это мимолетное мероприятие. Реально пролетает очень быстро. Да, потому что, с одной стороны, впечатление от очень важного дня твоей жизни, с другой стороны, ты вроде бы знаешь все наперед, а с третьей стороны, очень много любимых тобой людей вокруг, ты с ними общаешься, и вот вроде только все пошло, а вот бабах, и все уже заканчивается. Это постоянно что-то новое. Да, сегодня дует ветер, завтра все спокойно. Вот так же у нас. Особенно это, на самом деле, похоже на Катю. Катя действительно очень похожа в своем характере на горы, с ее отношением к жизни. Андрей, он настолько особенный, он, как и я, перфекционист. И это видно во всем. В его манере одеваться, в его вещах. И кольцо, я уверена, он мне выбирал очень долго. И он это все делает для того, чтобы все было идеально. И на самом деле, вот, я просто считаю, что наша с ним жизнь, она действительно идеальна. Я вот сейчас могу сказать, что я безумно счастлива. И, конечно, во многом это заслуга Андрея. Слова вот определенной степени повторения, я их сказал достаточно давно, когда я Кате подарил вот эти часы, а не с ней. Я для себя просто очень четко решил, что я хочу быть с моей Катей вечно. Я хочу с Катей быть по-прежнему вечно. Знай, что ты мой север, юг, мой запад, мой восток, мой каждодневный труд, мой выходной восторг. Слова и их мотив, местоимений сплав. Клянусь тебя любить, любовь не растеряв.